Авиакомпания «Скат» внедрила новую систему обслуживания пассажиров. Она перешла на цифровую коммерческую платформу «Сейбер». Это ведущий поставщик технологий и программного обеспечения для авиаиндустрии. Как заявили в компании, теперь повысится операционная эффективность, можно будет гибко управлять продажами и дистрибуцией. Как пассажиры могут воспользоваться новыми возможностями, в материале Катерины Попковой. Пандемия подрезала крылья всем мировым авиакомпаниям, поэтому казахстанский авиаперевозчик компания «Скат» взяла новый курс на развитие. Там внедрили современную систему обслуживания пассажиров, которой уже можно воспользоваться. Никакого увеличения затрат для пассажира в этом плане не будет, кроме улучшения вот именно его возможностей. То есть в этой программе пассажир получает дополнительные возможности. При покупке билета теперь можно сразу выбрать посадочное место, чем хотите перекусить во время полета, оформить багаж, увеличить пространство для ног. И все это онлайн. Для пассажиров стали доступны и другие функции. Новые системы, я думаю, позволят перевозчикам повысить и операционную эффективность, и гибко управлять и продажами, и дистрибуцией. И в первую очередь, что является для нас приоритетом, это сделают доступными свои авиаперевозки для вас, для пассажиров. Авиакомпания «Скат» теперь сотрудничает с «Сейбер». Это ведущий поставщик технологий для мировой авиаиндустрии. «Сейбер» инвестирует значительные усилия и средства в развитие этого региона вместе с авиакомпанией «Скат», тем самым принося технологии в регион для роста регионального транспортного бизнеса. В этом году «Скат» намерена расширять географию полетов. До конца года авиафлот пополнится 10 новыми ультрасовременными самолетами. Катерина Попкова, Шымкент, Хабар 24.